Тема собрания. Рекруты переводятся на следующий этап своего развития. Перевод в Альянс, а конкретно именно в корпорацию X-Files. Это наши друзья. Просьба отнестись к мероприятию добросовестно и разумно. Делается это все в первую очередь для вас. Пересвет в студию. Приветик всем, ребят. Я руководитель корпорации X-File. Ник мой в игре Пересвет. Проживаем мы в регионе Эзотерия. Состоим в боевом альянсе Тест Альянс плюс Игнор. Вы о нем, многие из вас слышали. Это топовый альянс в Еве, топ-3. Наша корпорация там называется X-File. Одна из боевых корпораций. И самая большая корпорация в РУ-сегменте альянс. И мы самые сильные среди них. Я бы хотел, ребят, для начала пояснить. Ставят в упрек, типа, ваша академка — это академка иксов. Мы тут всех купили, всех на бабки поставили, а вас тут, короче, тренируют прям к нам. Это неправда. Мы просто сотрудничаем с вашей академией, с вашими руководителями. И мы вам предоставляем, если вы подойдете по требованиям, проживание у нас, в нашей корпорации. Таких корпораций тут достаточно. У каждого из вас свой выбор. Не все же хотят прям Climb Only. Кто-то хочет просто в импек дальше продолжать жить, копать там, да, мирно. Кто-то в лоу-секе хочет попиратить и прочее. Мы именно хотим призвать людей, которые хотят попробовать именно Climb жизнь. Именно это то, о чем показывают всегда ролики рекламные. Эти бои там на 500, на 1000 человек и прочие развлекухи. Будет не скучно. Чтоб не быть голословным, можете карту открыть, где живем мы, вот, Тест Альянс. Есть коалиция Легаси, которая Тест Альянс, главный альянс. Они всех своих союзников селят на край своей империи. То есть, это живой щит из людей. Все слабые альянсы специально заселяются живым щитом вокруг. Можете открыть карту, посмотреть регион Эзотерия, основной регион проживания альянса. Он полностью вокруг окружен либо ориентирами, которые платят нам бабки, либо нашими боевыми союзниками, ну, которые намного слабее нас. Поэтому им спейс предоставляется на краю. Первыми в бой они вступают. То есть отсюда становится понятно, что тем, кто хочет спокойно помайнить и пограбить, там будет не очень сладко, потому что нейтралы там будут тебя летать каждый день. А вот у нас уже тут попроще. У нас в планах есть альянс, я озвучил на собрание у нас. Я в открытую сказал, что он будет, но он будет, когда нас будет 1000-2-3. Вот тогда мы только подумаем, и то не сломя голову, сжигая мосты и там типа все, пошли Еву покорять. Тут не бывает такого. Как один из вариантов, можем в той же... Было в Китае. Ну, мы можем остаться в том же Легасе, но так как нас будет очень много, мы будем большие и сильные, ребят. Нас в жопу мира селить никто не будет. В Еве есть у нас 5 вариантов. Империя, есть вармхолы, есть лоу-сектора, есть NPC нули и есть Climb нули. Я быстро сейчас пробегусь, что вы для себя просто определились, где вам будет удобненько поиграть. Я же говорю, мы не вербуем прям, пошлите то, как нам, мы самые лучшие, крутые. Нет. Вот смотрите, вот первый вариант, империя. Что там можно за, ну, за заработать? Для вас самое главное сейчас поднять аккаунт. Омегу, желательно в шприцы, короче, прочее. Первоначальная цель — раскачаться и так далее, да. Первая, ну вот империя, да, девочка. Там из максимально выгодного — это вторжение Саньши. Опять же, вам надо найти хороший флот. Там надо быть уже на дорогом корабле, на прокачанном. Всех подряд не берут. Для новичков он уже как бы отпадает. Но он самый профитный, если вы собираетесь оставаться. Дальше. Копка. Максимум — это копать на орке. Бонусы от него получая. Ну, профитность это, ну, для хай-сектора как бы пойдет. Четвертый агент. Доходность как бы вроде ничего. Постоянно, ну, стенды надо следить за стендингами постоянно. Какой-то курс ЛП постоянно меняется. Все остальное я не называю, потому что оно вообще очень мало профит. По МП понятно, лоу сектора. Это, ну, первое, лоу — это фракционные войны, да, все вы знаете, пробовали. Вроде ничего, профитно, как бы, особенно если вы научитесь делать агенты, там, мультибоксы, там, прочее. Но, опять же, постоянно жопа в мыле, локал смотришь, нейтрала увидел, он ко мне, либо не ко мне, блядь, уходить, не уходить, непонятно. Профитно, ну, надо и делать. Да. Любителям ПВП там хорошо. Но на ПВП вам придется с реала платить. Деньги вы там не заработаете. Потому что тут надо разрываться. Либо ПВП, либо грабить.
дальше смотрим. Вармхолы, да, вот многие тут коллективы зовут вармхол. Зовут именно жить. Вот смотрите, в вармхолах самое круто жить это C5, C6 это вообще редкость, там сюда попасть, вай-вай. C5, C4. За них постоянно войны очень. Если вы вступите в какую-то там парашу, ну, типа там я вербую, там приходите ко мне, я классный пацан, вы будете переезжать чуть ли не по КД через несколько дней, каждый вас будет выселять постоянно. Вступая в альянсы большие, которые там же тоже политика вармхольная, там профитно, но, опять же, новичок там попутает педали, потому что там минимум лямов 10 надо, и то они у тебя должны быть уже заточены на какой-то определенный корабль. Ну, желательно, чтобы ты играл там в 2-3 окна. Поэтому, как платформа для начала, ну, она вообще как бы не очень. Далее, NPC нули. Это вообще отдельный вид у нас. В общем, в NPC нулях у нас живут побежденный альянс. В надежде вернуться обратно в таймлайн. Ну, не у всех это получается. Получается, у еще ринг. Есть два вида нулей. Первый это NPC нули. Второй это клайм нули. Значит, первый NPC нули. Это нули, но захватывать системы вы не можете. Они принадлежат вымышленным державам, да, так сказать. И то, что есть в клайме, там такого нету. Там апгрейдить системы нельзя. По факту у тебя, опять же, будет заработок такой же примерно, как в Империи. Только с нулевыми приколюхами. Это там залетный ганг и прочее. Единственное, что там профитно, это копание R64 луны. Но эти луны, они опять же поделены между альянсами. И самый сильный из них их забирается до себя. Далее у нас что остается? Клайм нули, где мы живем. Популярно в клайм нулях систему ты захватываешь. Плюс ты ее можешь апгрейдить. Можешь ставить модули в нее, чтобы она давала больше аномалий, больше скана, прочего, в общем. То, что это, ну, системы твои, они апгрейдятся. В клайм нулях у нас что? Есть аномалии, вы на них зарабатываете денежки, это даже проще, чем агент. То есть в агентах вам надо переварпывать постоянно, то есть вам задания отдают в одной системе, прыгни в другую, в общем. Тут все по факту. Вот корабль купил, он докнулся, открыл разведзонды, и пожалуйста, у тебя список аномалий. По уровню сложности выбрал, полетел, сделал. Плюс туда прилетают фракционные корабли дорогие, с определенным шансом. Плюс выпадают экспедиции. Наверное, тоже они там сотни миллионов приносят денег, если их делать. Мы же можем просто продавать. Так что профитное занятие, как бы. Ну, плюс, опять же, большие кораблики. В МП капиталы нельзя. Ну, в плане копки, понятно. Нули это рорки, да, наши промышленные мощные корабли. На них, ну, примерно около 350 миллионов в час. У вас будет целый регион, тут 90 систем в вашем распоряжении. Это не у всех так в нулях, чтобы вы тоже понимали. Многие альянсы тут на ренте живут. Ты, допустим, купил себе систему, но ты живешь только в ней, платишь за нее бабло. Куда-то отлетел, тут же CO твоему сообщение, ваш пилот замечен в моей системе, примените к нему санкции, пиздюлей дайте. В любой хорошей корпорации можете спросить у своих друзей, у кого хотите, знакомых. Есть налоги. Если корпорация без налога, она бесцельна в своем существовании. Можно по фану создать корпу, типа, вот, ребят, развлекайтесь в херню и страдайте, у вас нулевые налоги. Но если вы амбициозный человек, что-то хотите достичь, но такие корпорации вас никуда не приведут. Если вы сам по себе человек, который хочет что-то достичь в этой игре, такие корпы не ваш вариант. А который ваш, в таких корпорациях есть налоги, надо это понимать и принимать. Многие этого не понимают. Смотрите, что получается. Мы этот налог начали отдавать. У нас же в корпорации тоже есть программы корпоративные. Есть награды у нас лучшим пилотам. За ПВП мы платим денежку. Скилл инжектора выдаем. Корабли боевые дарим. Альянс попросил корпорации помочь в августе. В общем, у нас были очень тяжелые бои в Альянсе. Мы слили там около 30 титанов, если не больше. Был очень крутейший замес. У новостной ленты попадал. Мы там участвовали. Система компенсации не смогла этого покрыть. Там потери были, ну, триллиарды денег. Там 2 или 3 триллиона мы в бою потеряли, в общем. В августе, как бы, когда мы объявили, что у нас Альянс забирает 10% налог, ну, нам-то тоже нужны деньги. Я ж не могу там со своего кармана постоянно платить, типа, там, пацанов, там, типа, давайте скинемся на награды. Ну, как-то это не то. Плюс цитадели мы повесили, они же тоже, ну, не с воздуха заправляются там. Тут появляется в конце месяца, когда надо деньги оплатить. Человек был недоволен тем, что мы ввели налог еще месяц назад. Вот он начал сегодня, типа, блять, а вот налог, а вот там то есть все, короче.
Если бы он отдавал это день через день, он бы не заметил, да? И вот у нас возникает такая ситуация. Человек у нас копает. Ну, люди у нас какие? Ждут до последнего, блядь, последний день. Ну, что вы думаете? Открываю я его статистику. Этот чувак занял, у нас там есть топ-5 лучших копателей, да? Мы их освобождаем от ПВП-налетов. Он такой говорит, типа, вот... обложили налогами, вот это. Я ему просто сказал, говорю, ну, друг, ты смотри, вот столько ты накопал только потому, что здесь тебе вообще плевать на нейтралов. В любых раскладах тебя отдефают. Нас пытались убить китайцы, они дропнули, блядь, почти 100 дредноутов. 100 дредноутов, представьте, 100 дредноутов. И ничего они не смогли сделать, их убили нахуй, всех похоронили. В июле это было. Ты будешь жить, как у Христа за пазухой. По меркам Евы у нас сейчас одни из лучших условий для проживания, развития персонажа в Еве. Мы-то тоже, ну, не просто так, как бы, блядь, просим, надо то, мы и предоставляем. Могут ли вообще шахтеры зарабатывать, которые это там, ну, на барже, там, на простой, там, что-нибудь? По порядку самого низа, смотри, если ты на Авентуре, либо на Тепиво барже, ну, вообще, или на барже, ты первый, ты второй, порядок, то орки. Мы его просто проходим. То есть вы выучиваете там Т1, Т2 баржу, как бы, и просто ударными темпами учите рорку сразу. И все. Вот уже садясь на рорку, вы постигаете дзен, да? Вы становитесь Дунканом Маклаутом неубиваемым, потому что там бонусы в 2 или в 3 раза выше, чем у орки. Это раз. 2. Руда в нулях, вы знаете, она намного дороже, чем в хаях. Есть тут руды вообще очень ценные, они очень дорогие. Для ребят, кто неопытный, можешь рассказать вот про цинку, про эту взаимопомощь, как это происходит вообще, что это? Да, есть флот Эза Стендинг, вы в него вступаете, этот флот действует на всей территории региона Эзотерия, где живем. И начинаете крамбить. А тут прилетает нейтрал, хочет вас убить. Ваша задача просто зажечь цинку. И ждать просто, когда их опиздюлят у вас на выход. Просто у тебя есть secure канал, основа и краеугольный камень безопасности. Можно ставить и на маленькие корабли. У нас типы ставили и на вексоры Нави цинны. Что вы думаете, титаны падали, блядь, спасать? Некоторым скучно, это развлекуха. Вот, я видел типов, они на гайках стоят на титанах. Просто кемпят и ждут. Там раз гуны едут, вот несколько дней назад 30 гунов на цепторах ехало. Титан с ДД, ну, с орудия с этого судного дня. Они на Ване в гайку зашли, он стрельнул, и все, 30 кило. Да, по площади 100 км вокруг. Ну, 30 штук, и радостный пошел был. Да, тут у каждого своя развлекуха. По поводу ВХшников, сканировщиков, которые любят ВХ. Ребята порой очень думают, что вот я в нулях летаю, у меня там все хорошо. Я и так могу в нули прилететь и все там насканить. А я так понимаю, они порой просто не понимают, что они летают вот в NPC нули. А в клаймовые они хрен залетят туда, потому что там просто банально же на воротах стоят бугли и всегда охрана. В клайм нулях ловят сканеров и опиздюливают. Просто либо летаешь ты по вражескому спейсу, да, где боишься каждого нейтрала прочего, либо ты летаешь своим домашним до сих пор. Там твоя задача просто, блядь, раньше конкурента успеть. Во многих альянсах, во многих корпорациях есть корпоративные логисты, есть альянсовые логисты, да. И курьерки ты делаешь только на них, там либо они отдельную корпору делают, как бы, чтобы по NP летать без войн, да. Ну, каждый сейф приколю. В альянсе вы там пошли по другому пути. Здесь курьерка делается на альянс. Любой человек в альянсе может принять курьерку и ставится залог. Тебя, если убьют, ты будешь платить бабло со своего кармана. Возможно, здесь у каждого попробовать это делать. Кто этим вот занимается, от корпы выполняет задания вот эти вот, и принимает контракты, можете обратить внимание. Нам уже было случай, ребят, спрашивали, что я залог мышцам типа корпа. Я прямо говорил, так чтобы ты не спиздил ничего. То можете обратить внимание, залоги, которые вы платите, к ним даже вот здесь в академке добавлено 10%. Выполнил задание, да, залог вернулся. Да. Если просто считать, смотри, джамп-пак везет 340 тысяч кубов. Умножь их на 1,5 и получишь выгоду в один конец, и можешь еще в обратно. А мы разработали пакет новичка. Приходит человек, он переселяется. У меня есть назначенные офицеры, которые выдают вот, так называемый пакет новичка. То есть вы получаете сразу для копки баржи, вентуры, там, что умеете, для скана корабли, все это с фитом, понятное дело. Боевые корабли. Один раз мы выдаем дорогой корабль в Экстернаве, там с фитом по 200 миллионов. В салюте больше не дадим.
Но все остальное мы даем, как бы, хоть по КД, блин, сливаем. Очень страшно. Без внимания не останется. У нас стоит 4 цитадели, и в них запущен полный цикл постройки, начиная от кораблей до титанов. Альянс нам дал добро на постройку суперов титанов. Мы это распространили на всю корпорацию, мы никому не запрещаем строить супера, титаны. Единственное ограничение, чтобы вы продавали только внутри альянса, внутри корпорации. Врагам продавать нельзя, ты делаешь их сильнее. Все это стоит с нулевым налогом для корпорации. То есть мы деньги с вас не берем за то, что вы строите эти корабли. Заводы мы заправляем вот как раз за счет этих налогов. То есть ты можешь реально прилететь и вот покупать ресурсы, строить там. Получается же как, производственники это все шахтеры, по сути, потому что пока производство производится, он все равно копает. И получается, тогда бы он дважды налог платил. Он за руду заплатил, потом приехал на станцию, еще раз заплатил. Ну, как-то жестковато, наверное, вышло бы. Наверное, поэтому, да, на заводе нет налогов? Для своих. Ну, просто мы не хотим, блядь, на корпорации наживаться, понимаешь? Мы минимум вот берем для своего существования и для программ капитальных. Все, больше мы не трогаем. Там лишнего себе на карман и прочее. Получается, заводы есть, логистика есть. А вообще по региону у нас сеть бриджей. Это мосты между системами. С одного конца в другой. Если просто лететь, надо 30 прыжков. А вы за два можете все это пролететь. Их обычно ставят очень мало, но здесь в альянсе как бы их очень дохрена. Это очень круто. Плюс у нас есть станционарный центр. То есть вот кораблики, которые зажигают цинки. Допустим, из пункта А в пункт Б на капитале попасть по цинке. И это тебе надо второе окно либо заводить с цинка, либо просить друга, чтобы он туда пролетел, там зажег. А тут есть станционарный модуль. Он устанавливается в системе, тоже апгрейд надо поставить. В общем, эти станционарные цены тут завешаны практически в каждой системе. То есть ты в любой точке, куда тебе корабль допрыгивать, можешь прыгать. Ну, вот капитал, я имею в виду, у них есть такая функция. Очень удобно. Большинство альянсов, они делают просто. Если ты хочешь клан нулях, ты должен стать ПВПшником и летать на КТ. И либо логофаться, когда бои, значит, сиди или иди и играй в другую игру. Ну, не в Еву, как бы получишь. А та-та. Три раза не полетел, логофнулся, до свидания с корпорацией, с альянсом. Без вывоза ассетов, короче, пинка под зад. Ну, от этого ушли. Имена у нас не те, как бы уже все помягче стало. Мы посчитали, что это, ну, в новых реалиях Евы, уже на дворе 2018, игре уже сколько лет, оно уже не работает, это правило. Люди в игру приходят поиграть, ну, блядь, как на работу, там, КТА, либо логофайся. В Еву пришел поиграть, и говорят, нельзя сейчас играть, потому что там КТА, а ты не хочешь играть на КТА. Тоже как-то, блядь, ну, неправильно звучит, да? Человек, как бы, реалом тоже ограничен. То есть у тебя там день через день, либо ты каждый вечер, ну, по часику по два можешь, да? И тебе придется уж выбирать, либо КТА задротить. Все крутые зарубы выставляют на выходные. Тоже понимают ребята то, что да все-таки игра, и тут надо фан получать. Они все крутые бои ставят на субботу, либо на воскресенье на днем. Чтобы вы пришли, там крутые бывают бои, но они длинные. Но у вас и время позволяет, ну там выходной день. Можно один разочек, если вы не фанат ПВП, можно раз вот так, знаете, полетел, в офигенный бой попал, кучу эмоций схватил. Спасибо тебе большое, все, занимайся, вот тебе территория, вот кайфуй, зарабатывай деньги. А все-таки вылет на КТА обязательно? Внутрикорпоративно у нас есть одно правило всего, главное. Если идет КТА, просто вы не путаете, ну хотя вы не знаете, возможно. Короче, это там на форуме так преподносит. Вот есть КТА, то есть обязательный для посещения вылет, call to arm, сбор всех, кто в онлайне, призыв, либо логов. Призыв к оружию. Все верно. Вот именно в этом альянсе оно так и есть. Эти КТА объявляются. Их в воскресенье, вот в 11 вечера, блядь, сколько времени, не знаю, у нас было КТА 12-е, они, блядь, номерные, 12-е с 1 января. Ну, блядь, это, ну, вообще смешно. По причине того, что эти КТА очень редкие. Мы даже этого обязалого прям у себя в рекрутинге не пишем. Мы это прописали внутри корпоративных правил. Они как бы на весь альянс распространяются, мы тут сами не можем ничего поделать, потому что мы получим от альянса пиздюлей за то, что там человек будет грабить, а мы еще скажем, мы ему, блядь, разрешили. Там написано так, что КТА
И вот именно у техник это, тогда ты, короче, крабишь. Ну, опять же, смотри, там есть подпунктики, короче, и эти правила, там они на английском это читали у нас, чуваки. Крабить, по-моему, нельзя, пока вылет идет. Копать, по-моему, на лопатах можно, на роках нельзя. Сканить тоже можно. Не особо-то очень жестко. Но правило есть, логофа. Потому что все на вылете, когда у нас сразу куча врагов сюда, они тоже шпионы работают, они знают времена наших вылетов. Это просто, ну, для вас самих небезопасно. Вас поймают и спасать вас некому. Все на вылете. Вот это, наверное, главная причина. Ну, а вторая, когда просит Альянс, они просят очень, ну, 12 раз, вот КТА, да, сами подумай. И там почти всегда решается судьба Альянса. Поэтому туда, если ты, блин, за корпу, как бы так сказать, да, ну, блядь, полети да поучаствуй. Потому что там реально решается судьба. А в июле было два таких боя. В одном из них там, блядь, 40 или 50 титанов сдохло. Мы переломили исход. Нас было больше. Пришли все, кто был. И нас было больше, чем противника. Каждый месяц мы поощряем топ-15 пилотов по килборде. Сколько ты киллов набил, смотрим статистику, да? И второе – это топ-15 по полету этих минут. Пап-минут их называют, да? Топ-15. То есть мы награждаем скилл-инжекторами, кораблями Т-2, Т-3, в общем. Есть капитальные у нас программы. В Альянсе есть капитальные группы. Вам надо выучить определенные скиллы для полетов на ПВП, на больших игрушках. Мы стимулируем это дело. Мы предоставляем кораблик. Не предоставляем, не то слово. Дарим кораблик для этого дела. То есть ваша задача выучить скиллы. От корпорации вы получаете корабль. Нитхагур, там, ну, любой капитал, который вы выучили. Вступаете в ту группу, получаете от корпорации капитал. Далее вам этот капитал в случае потери уже компенсирует Альянс, если вы в бою его потеряли. И опять компенсации, уже сразу повторю, раз затронули тему. Первый раз покупаете корабль вы, а далее все. Вам Альянс полностью обеспечивает ваш ПВП. Вам не надо покупать корабли на ПВП. Один раз купили, дальше корабль у вас на компенсации. Начальник отдела кадров обучения новичков. У нас по приходу в X-File существует отдельная, соответственно, тема. Мы обучаем всех наших новичков поведению. У нас несколько курсов. То есть мы первые. Все новички проходят курсы на ПВП. У нас по приходу в X-File существует отдельная, соответственно, тема. Мы обучаем всех наших новичков поведению. У нас несколько курсов. То есть мы первые. Все новички проходят курсы на ПВП. Мы не бросаем новичков. Я сам лично участвую как глава, соответственно, кадров и как бы глава адаптации отдела. Как бы мне очень хочется и мне нравится. То есть у нас собраны только идейные люди, кто этим занимается. Пока ни один из новичков, соответственно, сказал, что это было неинтересно. Более того, недавно прошел ивент для новичков, где наши новички участвовали в турнире. За турнир получили вполне нормальные, реальные награды. Каждый новичок, который участвовал в команде победителя, получил скилл-инжектор большой. И мы спонсируем и, как бы, собственно говоря, занимаемся этим обучением. Поэтому те, кто хочет учиться, летают с нами в группах. Если мне ПВП вообще не интересно. Вы столкнетесь со мной. У вас будет первый барьер по вступлению туда, где я. Если ты будешь принципиально, вот после всего вот этого вот упираться ни в каком случае, никак ПВП нет, что ты останешься в Корпе, в Академке, ищи свою дорогу сам. Ну это да. Те, кто принципиально все, ни в какую, никак, не хочу, все, забудь, разговор закрыт. Ни если, ни почему, ни какие-то объяснения, у людей там разные, не разные. Это свой дом ты должен защищать. Либо, вот как был разговор, должен быть особенно чем-то полезен. То есть ты занят должен быть настолько чем-то вот другим. Вот. Крафтер, майнер, не знаю. Да. То есть уникальный человек. Как в реальной жизни. То есть, вот мастера, вот идут одни воевать, но не все ж мужики уходят воевать. Кузнецы там остаются, да, семьями. Там скрипать. Люди, которые хотят только набить просто за счет корпы, ну, за счет Альянса, за счет нулей, да, тупо свои карманы, но при этом не отдавать больше вообще ничего, неинтересно.
Да. Толь, значит, да. Тебя не мотивировали на ПВП, значит, ну, дай шанс того, чтобы мы тебя на ПВП смотивируем, поверь мне, тебе оно станет интересно. У нас полкорпы, блядь, не любят ПВП, а мы в топе 3 по явке на ПВП. Ну, в академке я могу таких вот людей, как бы, да, держать, где территории ничего нет. Ну, летаешь, ты есть не просишь, а там территории общие. Там, к примеру, астероидов может на всех не хватать, аномалек на всех не хватает. То есть ты у кого-то кусок, получается, забрал, кто-то его не добрал себе, но он воюет, а ты нет. Он защищает эту землю, которую ты крабишь, а ты нет. Это справедливо. Ну, то есть, тут не надо разжевывать, все не дети. Поэтому я лично, чтобы моя репутация не страдала, таких людей туда переводить не буду. Ребят, я в игре 2006 года. Я прошел очень большой путь. И сейчас я в иксах, и я честно скажу, первое, я горжусь, что я в иксах. Второе, мне нравится быть в иксах. То есть, у меня было очень много альянсов, корпораций, я много чего умею. У меня два персонажа по 100 миллионов скиллпоинтов. И первое, что в игре классно, в Еве, это комьюнити. В иксах офигенная комьюнити. Это просто вот, это первое, что делает игру. И наша комьюнити с каждым днем становится все более и более интересной. Причем, как бы, то есть, ну вот, вливаются, как бы, люди, которые действительно очень-очень увлечены, очень интересны. Иван собирает вокруг себя, соответственно, ну, действительно, лидеров таких вот, прям по направлениям. Поэтому первый момент. Ева — это социальная игра. Настолько социальная, что все, что зависит в игре, весь фан, который вы получаете, зависит от коллектива. Иксы однозначно дадут вам фан от коллектива. То есть вы получите ощущение, что вы в семье. Ну, если вы не будете нарушать правила, естественно. То есть не надо там задницей на стол во время обеда, не надо, соответственно, жрать, когда все ушли на фронт, о чем говорил сейчас Алексей и Иван. Как бы, если вы в семье, значит, вы правила поддерживаете. Но контент вы получите однозначно. Поддержку однозначно. Защиту однозначно. Ивенты есть. Мы не хотим просто как мясо забрать вас и бросать туда вот вперед. Просто как бы, ну, мы надеемся на то, что, соответственно, люди, которые приходят с Академии Алексея Старбота, что они как бы готовы к дальнейшему развитию. Мы готовы вас вливать, учить, вами заниматься, поднимать ваш уровень в Еве, как старики, как бы, да, как люди, которые давно в этой игре. И мы реально вас ценим. Но есть правило, о чем говорил Иван. То есть, если кто-то плюет нам после этого в душу и говорит тем, ребят, мне посрать на все, что было, и вот так вот. Ну, к сожалению, мы с ними расстаем. Те, кто с нами остается, достигают каких-то вершин. У нас растет карпа, у нас офигенный коллектив, и мы вас ждем. Главное, первое, как бы вы слушаете, что вам рассказывает Алексей, готовьтесь к тому, что у вас будет не то, что вам экзамены, что-то еще как новый опыт. Мы вас ждем для того, чтобы вы как братья вошли в наш коллектив, чтобы, соответственно, с нами делать контент. То есть мы ждем вас не как студентов, как братьев. Сейчас заплачу. Я Алексею благодарен, у нас шикарная академия, но, ребят, есть ограничения, есть правила. Кто-то их принимает, кто-то нет. Ну, собственно говоря, все, спасибо. И потому что нам надо еще заканчивать. Можно вопрос? Давай, руби самое. Вот смотрите, я играю в Еву уже сегодня 6-й день. И если я все правильно понял, что сегодня было озвучено, мы приходим к вам, вы нам даете корабль, вы нас обучаете, вы нам даете возможность поучаствовать в самом крутом, что может быть в Еве, то есть в замесах там 2000 кораблей на 2000 кораблей. Да, с учебки в окоп. Типа, и от нас требуется просто участвовать во всех ивентах. От вас требуется желание. Мы знаем о том, что сейчас идет война. Вроде как войну выиграем, и может даже вы выиграете. Может быть, даже как уже закончили. Но все-таки, что происходит? Мы уже поучаствовали в двух войнах больших, межгалактических. Мы воевали, блядь, с пол-Евы. Там было 50 с чем-то альянсов большой численностью и маленькой. Сейчас у нас анонсирована следующая военная кампания. Это северная кампания по уничтожению пандемиков, пандемик легион. И мы теперь кидаем свои капиталы, переселяемся прям к ним домой и прямо оттуда начинаем давать им пиздюли. Я человек амбициозный тоже, я вот хочу в историю Еву попасть, да, вот карпу хочу свою поднять до тех высот, чтобы нас знали, уважали и видели. В мае месяце, кто знает, кто читал, выйдет книга о событиях в Еве, именно происходящих. Кто-то, может, видел, и уже вышла первая часть, можете почитать. Там события с начала старта сервера, полностью там описаны все войны,
кто кого что побеждал, очень интересно. И чувак занялся писать историю Евы, вторая часть выйдет в мае. Там будут описаны события с 2014 года, ну, понятно, по май месяц 2019. Там будет больше описано про жизнь тестов, гунов и пантов. Мы туда попадаем, мы уже вошли в историю как первая, одна из первых корпораций русских, которая находится в тестах. Мы уже на этих страницах будем, про нас там уже будут писать. Мы участвовали уже в сражениях этих больших, здоровенных. Ну и нас еще полгода впереди, Ева покажет. Мы очень амбициозные ребят, мы на месте не стоим, мы растем, крепнем. У нас у всех есть реальная возможность поучаствовать в этом. Кстати, да. Ну, Иван, от себя скажу, Иван сплочает около себя очень интересных людей, и я полностью лоялен к X-Files. Блин, парни, короче, мы вас ждем. Реально будет круто. Тут 300 капиталов прилетело на гайку, а? Пиздец. Куда? Я в ахуе. Я в мувопсе, в X-Files. А он сейчас на вылете, там сейчас ребята. Я понимаю, что ты на вылете. Куда? Куда на гайку? Я ни разу не видел еще. Ты сам наша капитал. Наши, переброс. А, слава богу, господи. Там переброс сил идет. Я понял. Я думал, что не наш. Очень много у нас с Урала, с Екатеринбурга, с Дальнего Востока. Да пол Европы и даже... Тоже Австралия, это вот ДВшный прайм, США, Америка, Англия. Несмотря на ваш прайм-тайм, вы будете попадать сюда, куда надо. У нас вылеты есть на все часовые пояса. Как туда попасть? Ну, и закрыты, бубли стоят. Вообще, что делать? Тут долететь же еще надо. У них, наверное, еще имущество полно. Кораблей, для, самолетов. Для богатых. Ну, давайте, смотрите. Первый вариант для богатых, у которых имущество до хрена, и надо что-то притянуть к нам из империи. Да? У нас есть курьер. Блин. То есть, ваша задача перед вступлением все стянуть в житую 4-4 станции. Ну, все вы знаете, торговый хаб. Вступить в корпорацию и создать курьерку. И там день-два ее привезут прям куда надо. Второй вариант, если вы не сильно зажиточный. Первое, это удаленная прописка называется. Делается один раз в год. Вы вступаете в корпорацию, медотсек открываете. Там есть кнопка «Перенос контейнера». Переносите клон тела в офис корпорации и там же в медотсеке жмете кнопку self-destruct, самоуничтожение, и рождаетесь на новом месте, прям дома. На месте вы уже получите корабли, так называемый пакет новичка. Дальше можно на цепторе. Второй вариант — это вармхолы. У нас в корпорации есть отдельная рассылка. Ребята, сканеры, они сканят вармхолы, мы еще награждаем по 20 лямов за найденную дырку. Они ищут дыры в хай-сектора. И вот вы просто подключаясь к рассылке, прыгаете в обозначенные написанные в письме координаты и попадаете к нам через вармхол. Да, ну своим ходом, вармхолы, удаленная прописка. Вот три способа, как нам попасть. Но рынок у нас есть. Если вы можете там все продать, прийти к нам с деньгами, еще что-то докупить себе. Рынок очень большой. И капиталы, и мазера, и ротлы, и гилы, и вексеры. Все, что надо для крабской пвпшной жизни. Все тут есть. У нас стоит торговый кипстар. Кубка у нас есть внутри корпорации. Мы все покупаем. Все, что хочешь продать, мы все купим. Руду мы скупаем по баю жит. От сальвага, от лута, от прочей херни мы отнимаем 10%. Как старый игрок, кто давно играет в эту игру. Вот когда я вступал, соответственно, в любую корпорацию, где жила в нулях, в лоу-секе, мы ждали Jump Freighter каждые выходные, что он там придет, что-нибудь вкусное из житы. Ребят, там такой рынок, что я за 2 месяца ни разу ничего не заказывал. Я покупаю все на местном рынке по ценам джита. Наша цель — достойно представлять русскоязычное население. Академия в этом плане делает так, чтобы как можно меньше людей, русскоязычных, не отваливалось от Евы. Помогаем вам вникнуть. На данный момент, получается, мы собрание объявляем закрытым. Спасибо всем, ребята.